Вам прошлый звук не понравился, поэтому я поменял немножко. Здорово, 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 всем здорово, добрый вечер, там зависит, я число выйдет, ну, здорово, утро, может, здорово, здорово, канал, вообще нормально, все, но я тоже пойду, да, приятно, все здорово. Эй, Гоа, Энсайн, Баленсиага. Дорогие друзья, всех приветствую на канале Литвин, и я вам сегодня искренне завидую, что вы смотрите этот выпуск. Потому что это один из самых культовых выпусков на моей площадке, на моем ютубе, на моих вообще всех социальных сетях. Это вообще самое, одно из самых масштабных событий. И вы, наверное, скажете, заколебал ты уже говорить про самые масштабные события. Это масштабный видосик. Один из самых масштабных видосов вообще за всю мою блогерскую жизнь. Но давайте так, смотрите. Каждый мой ролик масштабный — это одно дело. А теперь давайте занесем в рюкзачок такие ролики, как «Жены Мерин», «Тайкан». Как я подлетал там на вертолете, ебать, привязанный на стуле. Когда, соответственно, мы Жеку привязывали спиной к вертолету, когда это все идет по новостям и так далее. Но вот этот ролик, ну вот прям, ну брат, ну он слишком близок к акуле. Я думаю, что на подходе. Вот там где-то рядом. Да вот я прямо реально оцениваю сегодня, ну пиздец как просто. И я сейчас пока что не раскрываю сути. Вы, возможно, догадались по обложке, что будет. Но, я вам так скажу, сколько раз вы переобуетесь за этот ролик, сколько вы раз измените мнение обо мне в этом ролике, какой я мудак и какой я красавчик одновременно, какой я гандон и какой я гандон, ничего себе, ты в порядке, понимаете, как вот просто сегодня дисбаланс ваших мыслей произойдет в полном объеме. Поздравляю вас с началом этого ролика, готовьте чаёку и погнали нахуй. Забыл вам сказать то, что партнером данного ролика является State of Survival. Вы же знаете, что финальный сезон сериала «Ходячие мертвецы» уже начался. Так вот, State of Survival подготовили для вас уникальный сюрприз. Вы можете абсолютно бесплатно получить главного героя телесериала «Ходячие мертвецы» Дэрила Диксона. И кроме этого, у вас есть уникальная возможность выиграть настоящий суперкар Lamborghini Huracan. И по этому поводу хочу вас познакомить с моим любимым персонажем, сержантом. Это просто здравый мужик, который возглавляет поселение. Главное оружие сержанта – его пулемет. Как раз таки с него он и уничтожает гребаных зомбарей. Лиза! Неплохо, согласитесь. Да я думаю, вы уже поняли, что игра реально топовая. И графика, да и сам Дэрил, как будто его прямо из сериала в игру переместили. А призы, ну, тут просто Ландо Уракан. Что, чем не приз, ну вот так вот. Ну или просто всякие другие ништяки, сертификаты на 300 тысяч американских долларов. Ну и в заключение хотелось бы вам сказать то, что каждый ваш переход по ссылке нереально поддерживает мой канал. Я вам это говорил, вы это все прекрасно помните, поэтому ссылочка там. Вы все прекрасно знаете. Делайте. А ты знаешь первую связку Тектоника? Конечно. Потому что по твоему виду не скажешь, что ты не можешь знать. Мне кажется, ты и вторую даже знаешь. Никто не хочет 2007 вернуть сейчас. Нет такого желания. Смотрите, короче, я рассказываю, что сегодня будет. Вы потихонечку вникаете и наслаждаетесь. Давайте вернемся на месяца так два назад, когда Бустер себе взял охуенную тачку. Да и вообще, давайте вспомним о Бустере. Каждый ролик с ним набирает сумасшедшее количество просмотров, сумасшедшее количество пальцев вверх, сумасшедшую лояльность, и вы постоянно просите его на канал. И я уже сказал то, что, блядь, я завещаю после своей смерти канал официально Бустеру. Единственный человек, который может достойно его провести, единственный человек, которого так любит моя аудитория. Бустер, ты красавчик, мы сегодня делаем твой день, но тоже как делаем, блядь. Возможно, ты со мной не захочешь общаться после этого ролика. Жека, я попрошу тебя сейчас сюда в кадр. Брат, приветствую. Да, всем короче, привет. Короче, ребята, давайте я сначала вообще расскажу, в чем суть. Потому что непосредственно этот человек сейчас заманивает Бустера сюда. В общем, сейчас будем звонить Славе. Предлагаем ему контракт на 2 миллиона рублей. Железно должен согласиться, потому что это сверхпредложение. Звоним Славику. Да. Славик, ты что, спишь, что ли? Здорово. Да, здорово. Слушай, я с мамбой сегодня созванивался. Там за 3 интеграции, я думаю, что 2,5 даже они готовы будут заплатить. Может быть, двушку вот так вот.
Ну, нормально, кстати. У тебя будет возможность завтра подъехать часов где-то к 10? Давай хотя бы в часик, типа. В часик? И для рекламы нужна тачка, я вот думаю. Может, на Кабрике ты приедешь? Да. Все, я тогда скажу, что будет эффектная машина, красный Кабрик, скажу, пиздец. 2,5 миллиона бустер получит за сегодняшнюю рекламу. Но на самом деле это нихуя не так, это он так думает. Его ебать, тут засада какая серьезная ждет, короче. Если мы приблизим вот туда, там стоит трактор. Это наш трактор. Короче, ребята, мы развиваем бустера тачку. Мы выводим его на гибанутые эмоции. Никакой рекламы сегодня не будет, никакой копейки он нихуя не получает. Ну, естественно, я ему оплачу ремонт. Нахуя! Ладно, ребята, все, мы начинаем. Через сколько подъедет бустер? А он подъедет 12 часов плюс. Подождите, ребята, а моя роль какая? Смотри, так как ты обо всем знаешь. Да. Ты снимаешь сегодня его рекламу. Да. Ну, якобы какую-то рекламу. То есть ты его снимаешь, когда он стоит у своей тачки, у своей зеточки, у своей любимой пушечки, ебать, кабриолетика нахуй открытого, и все. И как бы, Славик, все, поехали, снимаем рекламу. В этот момент подъезжает сзади трактор, на нахуй. И наебывает машину. Да? А уебал все, просто. А ты все подряд снимаешь просто. Все, по пизде все пошло, все нахуй. Ты приедешь ровно через 54 минуты, потому что сейчас 11:06. Ты едешь, не подозревая ничего, блядь, получать гонорар за рекламу. Брат. Не надо было тебе со мной начинать общаться. Что, ребята, трактор готов, я готов, бустер готов, уже едет, уже все в пути, ебать, все, скоро все произойдет. Но я что подумал, то что бустеру смысла расстраиваться не будет, потому что у него в арсенале есть такое приложение, которое называется Дром, поэтому там он сможет себе сразу же найти достойный аппарат, на котором сможет передвигаться. Ссылка в закрепленном комментарии. Чтобы вы понимали, мы настолько заморочились, блядь, что мы даже тачку просто в тонер, в бункер, из которой будем следить. Ну что, мы, короче, все в засаде. С минуты на минуту бустер уже должен подъехать. Короче, пацаны стоят, ждут. Трактор на готове, короче, и пизда. Все подготовлено, ебать. Все в идеале, вытрачено, ебаный в рот. Ебать, если бы у меня такое ебало было, интересно, не мог кто-нибудь влюбить от... Всем внимание, едет. Подъезжает, ебаный в рот. Давай, блядь! А, блядь. Ебать. Плюс-минус. Сука, соси пинус. О, нас. Да куда ты, блядь? Кофе для вас. Спасибо. Бля, ебать, у него тачка красивая. Машина охуенная. Слава, ебать, прости, брат, что... Смотри, он такой радостный сейчас. Он так рад видеть этих ребяток. Но он даже не понимает, что эти ребятки сегодня соучастники мои, сука. Да, слушай, какой же нахуй малюсенький, блядь, бардачок. Пизда, на ебаный. Да, брат, ебать, какой новый будет. Бардачок, сука. Бля, у меня, короче, оказывается, 2 недели лежали помидоры в багажнике. Я открываю, они затухли. Я думал, у меня в машине хули воняет. А, еб твою, сори сюда, нахуй. Я думал, все убрал, хули воняет. Ебать. Тут лохматый персик в плесени, блядь. Ну это уголка хуя. Ты хочешь, чтобы я реально уголка ебанул? Не, дай. Ну, реально? Ну легко. Он не умеет. Реально? Нет, я... Реально? Сегодня тачку разъебёт, блядь. Не разъебёт. Говорит, Жека говорит, дай угла дам нахуй. Бутсер говорит, да ты сейчас тачку, долбоёб, разъебёшь. Блять, у нас дождь пошел жестко. Все готовы, мы начинаем. Пиздец, нахуй. Давай, братан, как познакомиться с девушкой? У меня такая пиздатая машина, но никто не обращает на меня внимания. Блять, все, это начинается. Ебаный в рот. Ебать. Кто не обращает на меня внимания? Братанчик, для того, что... Ты заебал, как на 4 говоришь. Ну, блядь, давай. Блядь. Ёбаный брод, блядь. Ты снимаешь? Да, что за хуйня? Блядь. Ты чё, ебал? Вы чё? Уже снимал. Блять, он грустный! Это небо плачет, потому что он плачет!
блядь, заметил, блядь. Так, блядь, что тут видеть-то, блядь? Справа, слева место еще есть. Там пиздец, нет? Сейчас я гаи. А чего у тебя ковш выпал, блядь? Да, блядь, какой сфоткас, чупака? Он идеально уебал. Слава в ахуях. Блядь. Это пизда. То, что нужно. Пизда, нахуй. Просто пиздец, блядь. Какой пиздос, нахуй. Что, новый ролик у тебя на канале получается? Да получается, блядь, мы просто... Охуеть, нахуй. Я просто не верю, что вот такое существует, блядь. Блядь, ну просто ты покупаешь машину на сезон, чтобы кайфануть, тебе, блядь, мудак просто... Блядь, ну я не верю, блядь, в эту хуйню, блядь. Блядь, слышали, что он сейчас говорит? Я просто, блядь, не верю, что такое существует. Клянусь. Сейчас все готовы, подожди. Почему мне, чел, за что? Ну почему ты просто в меня не въебался, блядь? Слава! Брат, прости меня, умоляю, блядь. Братишка, ёбаный! Ты телефон уронил. Как ты, родник? Ты вот так, но она такая редкая, блядь. Ну нахуя! Братик, это монтаж, это все нереально. Бля, нет, тачку реально въебали, прикинь. Мы реально уебали тачку, это пизда. Нет, интеграции нет, да? Интеграции нет. Ну мудак, я хотя бы заработать мог, блядь. Блядь, ну тачка-то реально въебалась же, ну это же не прикол. Не прикол. Брат, ну ты же понимаешь, что я тебя починю, и все нормально. Ну... Брат, ну, блядь, реально все нормально, брат. Спасибо, да. Брат, ну я ж не мудак, блядь, чтобы разъебывать тачку и не платить за нее, блядь. Конечно, я тебе, блядь, возьму, возмещу ремонт, блядь. Блядь. Тогда ладно, блядь. Тогда похуй. Погнали в кальянную, пойдем. Тачку уже здесь, она тёплотала, разъебала. Надо новую брать, пизду. Сука, мне каждый раз, как в жизни что-то будет ёбать, ты будешь уходить такой. Типа, чел, я сжёг твою квартиру, блядь. Ты думал, я не куплю тебе новую квартиру, блядь? Алло, кто это? Это мама твоя. Мама? А как ты вышла на связь, что ли? Я не знаю, я в руки не знал. А ты мне позвонил. Я тебе позвонил? Случайно. А ты слышала что-то, что сейчас было? Ну, лучше не слушай, мама. Давай я тебе попозже перезвоню, да? Ничего. Он меня ненавидит, я знаю. Он просто очень добрый человек, и он не показывает. Славик, у тебя максимально неприязнь, наверное, ко мне. Да нет, тачку жалко. Блядь. Братик, я просто хотел тебя еще смотреть. Давай я тебя вот так подвину. Смотри четко на меня, пожалуйста, договорились? Ты мне сейчас, меня он сзади сейчас тоже въебется, этот человек. Брат, ровно на меня смотри сейчас, пожалуйста. Я не тот человек... Который может сделать так, чтобы мой, ну, человек, которого пранканул, ушел, блядь, ну, просто с разъебанным настроением. Поэтому посмотри назад, прямо сейчас. Вы, наверное, успели подумать, что типа, схуяли, блядь, ты вообще будешь чинить машину, блядь, типа, ты ему сломал, блядь. Сейчас, секунду. Типа, схуяли ты ему будешь чинить машину, ты мне сломал целую новую тачку, ебать, кабрик, о котором он мечтал, блядь. Меня зовут Михаил Непредсказуемый, ребята. Неужели вы подумали, что вот это все вот так вот будет просто? Вы прекрасно знаете то, что у меня много всяких тем долбоебских, блядь, и неординарных поступков. Но я знаю одно, что после каких-то приколов первоначальная задача моя лично стоит, чтобы человек никогда не ушел в том, то что, блядь, ебать, мне как-то хуёво после его, блядь, пранка, после того, как он меня разыграл, типа, ну, не должно в душе такого оставаться. Поэтому встречайте. Та машина, о которой я... мечтал до М8, и ее тогда не было еще в продаже. И Славик не поедет чинить свою машину. Его машину починю я и заберу себе. А он уедет тоже на красный, но на более пиздатый.
и на более опасной машине. И на той тачке, которая ему тоже въелась в душу пиздец как, потому что совсем недавно он гонял на треке на ней, и она пиздец как ему понравилась. Мы аккуратненько выпытали от него информацию. Вы же помните, какую я тачку хотел до М8, но ее не было? Вспомните мои истории. Аккуратненько так вспомните их. Встаем. Как-то так. Как-то так. М4 Competition, вам не кажется, да? Этот ролик стоит, блядь, 9 миллионов рублей. Вопрос к моему финансовому директору Арпине. Каково, когда человек вообще тратит 9 миллионов рублей на ролик? Мы потратили все наши бабки, которые мы заработали на инсайдере. Ничего, заработаем еще, два не больше. Пацаны, девчонки, я вам говорю как есть, реально. Я выгрузил все свои бабки, которые я заработал на инсайдере. Нет, я заработал там больше. Но я реально благодарен тем людям, которые залетели, поддержали меня. Потому что именно благодаря тем ребятам я могу реализовать вот такой видос. Но почему я заговорил про инсайдер? Потому что этот видос будет непосредственно связан именно с ним, но об этом вы уже узнаете чуть-чуть позже. Давайте пока оставим эту тему, а пока я хочу, чтобы вы насладились этой соской. Пиздец, тут, блядь, карбона, нахуй, больше, чем на мне кожи, нахуй. Я не знаю, ну вот реально такая тема, брат. Тут лепестки карбоновые, просто соска, понял? Руль карбоновый, соска. Крыша карбоновая, соска, ебать. Панель вот эта вся приборная, ебать. Карбоновая соска. Закрывашка ебаная, карбоновая соска. Ебать. Даже зеркальце целое, нахуй. У меня на М8, ебать, зеркальце было поломано. Тут ребята, нахуй, учли эти моменты. Не допустили прошлых ошибок, былых, так сказать. На ошибках учатся. Молодцы, ребята из BMW. Спасибо, что в очередной раз мне не сделали нихуя никакой скидки. От души, ебать. Вы мои родненькие, нахуй. Триллиард машин уже у вас купил, блять, хоть чуть-чуть сделайте, ебать. Так вы, мы уже дожили до того, что мне вообще на эту тачку скидок не сделали. Славик, мы сейчас ее упаковываем. Ты в любом случае, братик, не обессудь, что мы доставили тебе сейчас максимально неприятных эмоций, потому что сейчас, когда ты увидишь эту соску, я знаю, что это будет пиздец. Я знаю, что это будет, ну, блять, по крайней мере, я безумно верю в то, что, типа, понял, не будет такого... А, ну заебись. А, ну что, ну я не знаю, ну как можно, бля, просто, когда у тебя Z-ка кабрик, понял? Охуенный, базару нет, он его за 7 лямов, сказал, покупал. Ну, пацаны, тут даже дело не в цене. Она подороже, но тут дело не в цене. Он хочет ее. Я верю, что он хочет ее. Жди, родной. Сейчас ты охуеешь. Поэтому посмотри назад прямо сейчас. Брат, это твоя? Ты пиздишь. Залупка. Клянусь, блядь. Пиздишь. Нет, клянусь. Блядь, пиздишь. Клянусь. В аренду взял? Нет, твоя тачка. Пиздишь. Ну нахуй эту, блядь. Ты пиздишь. Ебать, дай маме. Пиздит. Нет, честно. Нет. Чё в натуре, блядь. Блядь. Блядь, пиздишь. Реально? Клянусь. Никак Гордей? Нихуя. Ебать! Алло, ма! Ма! Он мне, блядь, тачку подарил, нахуй! Ой, мам, извини за ма. Блядь! Сань, ебать! Да ну, подарил, реально. А твоя-то где? Да мою уже посрать, ма! Ты чё, блядь, похуй? Ебать! Блядь, реально я купил. Брат, ну ты же говорил, ты хочешь дрифтить, тебе эта темка зашла. Я подумал, ебаный в рот, какой кабрик, какая зетка? Нужен, бля, мужской аппарат, бля. К тому же лето заканчивается, старый, ну нужно, блядь, аппарат посерьезней. Самый кайф, понял, его кабрик въебывается. Он вот так угол. Ты снимал? Ты снимаешь? Да. Просто. Просто снимал. Мужик, блядь, ебаный. Я думал, брат, извини, пожалуйста, я просто подумал, ты такая же хуйня, как смешание, я там тебя пару раз обозвал, просто пизды мне не давай. Бля, просто на эмоциях реально, пиздец, я просто не поверил, что такое может быть. Ебать, брат, спасибо тебе огромное, пиздец. Бля, ну какие эмоции, брат, супер. Как я рад, я очень переживал. Меня потряхивает, бля. Брат, ну я хоть и на обкатке, но я бы дал нахуй раз пятачка аккуратного, ебать.
Сука. Фух, блядь, эмоции. Удалось, ебать, все удалось. Бустер, охуенный тип, сука. Я очень давно таких эмоций не видел, очень давно. И я. Я уже забыл, что люди могут так радоваться. На самом деле, перед тем, как снимать ролик вообще, я такой думаю, ебаный в рот. Бустер, Вячеслав, это тот человек, который сделал на моем канале со мной в тандеме ебаное количество просмотров. Реально. Это тот человек, которого аудитория пиздец как полюбила. Я думаю, нужно ебануть этот взгрев, ебать. Еще раз, моя, спасибо, брат. Брат, это, тебя, это просто... тебе от души. Подозрений вообще не было, что... Нет, что тачка вообще делать... будет, в принципе. Нет. Даже когда ты стоял ко мне лицом. Ну, я, смотри, было, я думал, типа, либо тачка, либо паук. Я думал, либо что-то очень хуевое. То есть, типа, он хочет меня добить, типа, либо тачка, понял? То есть... Ну, потому что я видел с Субой, знаешь, то есть, типа, я думал, ну, просто, типа, багажник сделаешь хотя бы. Я тебе говорю, понял, я говорю, Слава, смотри на меня, я вижу, как тачка потихоньку выезжает, у меня губы нахуй трясутся, ебать, я сам переживаю, думаю, ебаный в рот, что происходит, блядь. Нет, ты меня понял, я уже был доволен, когда ты сказал, что мы тебе быстренько все сделаем, я думал, ты уже багажник купил, я уже думаю, ну, заебись, я думаю, типа, еще покатаю чуть-чуть на ней, пока сезон. Все равно, ну, не, это без... То есть, брат, чтобы ты понимал, зритель до самого момента, пока тачка не появилась, они думали до последнего, как и ты, что я вообще долбоеб конченый, блядь, ну, зачем я это сделал, блядь, схуя ли я должен чинить новую тачку, которая была, блядь, целой, ебаный в рот новый, а тут она уже битая. Но это нихуя не возмещение ущерба, я считаю. Поэтому возмещение ущерба это, блядь, либо ровно такую же, блядь, ему подогнать, либо, блядь, ну чуть классиком поинтереснее, соответственно. Тачку на инсайдере эту? Да. Реально? Ну да. Бля, я хотел потом сказать, но раз уж Славик сказал, ребята, ну, блядь, я говорил то, что я выложу этот ролик на YouTube, и все ребята с инсайдера, блядь, начали газовать. А схуя ли мы платим бабки за контент, блядь, а ребята, которые смотрят на YouTube, но не подписаны на инсайдер, блядь, увидят этот видос. Ребята, ну у них не будет возможности выиграть этот экспонат. Мы его отреставрируем. Семера, которая разыграется на инсайдере не рандомным способом. Я выкладывал видос на YouTube, где ребята держали руку на Бентли. Кто дольше продержит эту руку и не отпустит, соответственно. А этой? Так будешь разыгрывать? Да. Блять, она должна достаться сильнейшей. Она еще у меня звездой станет, слышишь? Пиздец, это самой хайповой тачкой, блядь, станет по завершению 21 года. Ни Бэха, ни Тайкан, блядь, мой. Зеточка, сладкая Зеточка. Поэтому ссылка на инсайдер в описании, ребята. Розыгрыш этой тачки и сбор народа, соответственно, на этот видос, который будет сниматься с этой Зеточкой, будет именно там. Не проебывай эту возможность, залетай быстрее на инсайдер, оформляй подписочку, потому что ты, оформляя подписочку, не только получаешь возможность выиграть, соответственно, Зетку, ты получаешь возможность эксклюзивному контенту, который ебать сливают, заебали, сука, но мы все это исправим, скоро этой возможности не будет. В любом случае, вы получаете достаточно такой тесный контакт вместе со мной. Я не говорю, чтобы туда залетали все, кому кайф, и залетайте. Все необходимое мы сделали, про инсайдер рассказал, тачку уебал, тачку подарил, Славика осчастливил. Бля, ну реально получилось так, что, бля, осчастливил. Я пиздец за эту тему именно вот за нее переживал. И я знал, что, ну, казалось бы, да, М4 вроде, мы ее как бы дарим, все заебись, но все-таки он мечтал о кабрике, но так получилось то, что он сказал, блядь, похую вообще. Болгаркой спилим, помнишь, что, который мы сейф открывали, крышу нормальный, кабрик сделаем. Если вам понравился данный ролик, вы можете опуститься немножечко под видео, там есть пальцы вверх, обязательно поставьте его. Серега, нахуй. Семен, блядь, чё сидишь, нахуй? Я тебя помню, ёбаный в рот, именно ты не поставил, блядь, пиздюк, блядь. Антош, хуйня, не страдай. Давай ставь. Подпишись, блядь. 50% смотрит мой канал, блядь, без подписки. Нахуй оно надо? Это вы знаешь, такие, блядь, крысиные моменты, если честно, блядь, залететь на канал, блядь, посмотреть, подсъебаться. Палец вверх. Тем самым вы помогаете ролику в рекомендованные вылетать. Мы не попадаем в топы, но мы мы не попадаем в тренды. Я хуй знает по какой причине. Возможно, YouTube сам в ахуе говорит то, что это монтаж и, блядь, не верит в то, что мы вообще делаем на канале у нас. Но, тем не менее, ебать, наши ролики набирают хуевую гору просмотров.
Да? Вообще ты ёбнутый. Что такое? Да пиздец, ты один охуенный вообще. Все, палец вверх. Реально, вам не жалко, блядь, мне приятно. Это помогает расти мне и делать ролики такого масштаба. Понимаешь, блядь, нужно понимать, блядь, куда идет эта жизнь, откуда она идет, ёбаный рот, блядь. Еха, бля! Заседлать хочу, все, снято!